Какие чемоданненькое настроение! Как вы думаете, почему я в чемодане? Потому что мы едем в другой город в нашей стране! Как вы думаете, в какой? Пишите в комментариях. Ну а мне предстоит собрать вещи. Носочки берем, шапку обязательно, если будет холодно. Вот, курточку мою новую тоже обязательно. Пижамку. А в чужую спать буду-то, если без пижамки. Короче, возьму все, чтобы не морочиться. Можно будет долго ехать. Да. Да. Ты ничего не забыла? Да. Да. Нет? Я забыла. А в чем ты ходить будешь? Вещей-то ты набрала и летних, и зимних, и осенне-весенних. А обувь ты взяла себе? Точно. Ничего не закрываю. Ну, я так понимаю, под твой гардероб придется брать и босоножки, и ботинки? Да. Там пустая коробочка или нет? Пригодится. Давай. Мне кажется, Ярослава, все твои вещи не поместятся в этот чемодан. Поместятся еще как. Вот ботиночки, это уже надо. Это резиновые сапожки. Они нужны. Ну да, пожалуй, но пригодится. Если там будет дождь, надо подождите. Ну тогда нужно взять и зонт, если резиновые сапоги берешь, правильно? Сейчас. И зонт возьмем, и все возьмем. О, канат. А канат нам зачем? Чтобы людей вытаскивать. Откуда? Откуда вытаскивать? Так, сейчас. Я быстренько. Я принесла то, что мне надо. Тут есть мои такие штучки. Шикарные. Сюда пшикать. Это туалетная вода. Hello Kitty. Да. Это берем парфюмчики обязательно. Еще одни. Вот. А это что такое? Шампунька. Шампунька. И сумочки. Она обязательно. И зонтик. Ну да, сапоги взяла, зонт нужен тоже обязательно. Хорошо, дочечка. Меня все устраивает, только давай с тобой договоримся, что каждый свой чемодан сам везет. Что? Ладно, мне повезу. Вещи собраны, и еще я возьму несколько своих игрушек. Я с тобой возьму Катюшу, зайчика и Hello Kitty и собачку. Это бросаем. А это я возьму с собой, просто так. Кажется, Ярославочка, что не поместятся все твои вещи. Поместятся еще как. Поместятся. Я думаю, ребята, что она не закроет свой чемодан. Ух ты, а может и закроет. Зонт не вмещается, да? Зонт не вмещается. Вмещается все. Вмещается. Все? А ну да. Подымай, легенький. Сейчас. Это что-то неудобненько. Поехали. Раз. Все, поехала? Давай, пока-пока. Пока-пока. А мама ты? А я здесь остаюсь. Собирай свои чемоданы, поедем. А я пока что пойду. Все чемоданчики собраны. А сейчас я иду купаться и спать, потому что утром я поеду. Thank you.
сейчас буду нырять. Ярославочка накупалась и уснула. А кому интересно, куда мы едем, не пропускайте, смотрите наше видео. Пока-пока!